Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо, что сегодня посетили меня. Хотя, если так подумать, у вас просто не было выбора. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Ристи. Как вы догадались, я наследница древнего магического рода. Имя моего рода вам ничего не даст, так как мой род умеет контролировать память. Я щелкну пальцами, и вам будет казаться, что я просто странная леди, одета в очень странный костюм. Ну и, конечно, рассказывающая очень странные вещи. Я актриса в череде выступающих, которая всего лишь на секунду обратила ваше на себя внимание. Но этой секунды достаточно, чтобы вы запечатлели мой образ, чтобы вы попали под мое очарование. Вы очарованы мной? Ну что за вопрос? Конечно, по-другому просто быть не может. Сейчас я исчезну, как порыв ветра, до следующей нашей встречи. В следующую нашу встречу я приоткрою завесу тайны, что окутывает этот мир, ваш мир, мой мир. Это вы решите сами при следующей нашей встрече. До скорой встречи!